Думаю, что заслуженная победа «Факела», потому что они больше хотели. Мы знали это. В первом тайме проиграли центр поля. И в защите были ряд ошибок, которые влияли на ход игры, на настроение игры. Исправили это во втором. И были хорошие моменты. Но думаю, что такая вынужденная ротация состава не позволила нам использовать моменты, потому что не было сыгранности. «Факел» же, в свою очередь, момент реализовал. Поэтому атака у нас сыграла недостаточно эффективно, как мы это требовали, как мы это наигрывали. Вот, поэтому в целом по всем этим компонентам не наиграли, значит, на победу.